И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на операции. И это последний выпуск. Последний выпуск, где мы вольнем Альфа Роквелла и устремимся вдаль, а именно на землю. Ну, ни для кого не спойлер, что Extinction происходит на самой матушке земле. Так вот, идем мочить Роквелла, Альфа Роквелла. Я беру с собой дробаш. Я сначала думал два дробаша брать. Ну, смысла нету, типа один заряди, второй заряди. Как бы смысла реально в этом нету. От пистолета больше будет толк. И пойду на тех-седле для скального дрейка. Вот, сделал элемент и пойду уже так. Костюмы брони есть, комплект, точнее, брони. И все. Все, пожалуй, больше ничего и не нужно. Потому что и так уже все есть. Поэтому что? Ну, естественно, гарцуем туда, где вход к Роквеллу. Хочу вам показать одну штуку. Это ящик у меня со всеми ресурсами, которые должны быть. Также здесь у меня... Здесь должны быть яд безымянного. Но! Я все вчера перетащил вот сюда, в терминал. Ну, положил сюда, в терминал. А чтобы, соответственно, на следующий день, там просто уже было по через час ночи, чтобы на следующий день запустить все, и все было хорошо. Но, как вы понимаете, лут куда-то исчез после того, как я вышел с сервера. С локалки вышел. И мне сейчас придется выдать себе эти ресурсы. Поэтому я просто вас предупреждаю. То, что да, я выдал себе ресурсы. Пошло все в жопу. Все альфа-ресурсы, которые я столько добывал, они исчезли. Уж не говоря об артефактах и остальных ресурсах. Ай, в жопу, короче, сейчас все выдам и погнали. Задницу. Такс. В итоге, у меня уже следующий день настал. Я что-то вчера сильно подустал. Ну так вот. Все ресурсы есть. Стартуем на альфа-чап. Текс. Да, все на месте. Летунчик тоже со мной. Светлячок. Такс. Светлякан на мне. Отлично. Вот он, альфа-чуха! Пошел ты, ублюдок. Так, твои щупальки надо отстреливать сначала, да? Ну и? Ну? Пошел ты. А! Дурное отродье. Так, отлично. Не надо. Так, с этого там какульку он выдал, да? Отлично. Делаем так. В смысле, ты не попадаешь? А, не попадаешь. Ну, попробуй-ка называется еще тобой помиться. Не так удобно. Это, черт побери, совершенно неудобно. Вот вдаль можно еще пострелять. Это совершенно неудобно. Ну-ка, так. Не скрути головой. Ну что я могу сказать? Что-то в этом есть, но чего-то в этом однозначно нет. Просто пока еще это. Да, если ты им шатаешь, он головой крутит, то это все, это просто кранты называется. Это прям отвратительно.
Вот так, кстати, уже будет получше. Не-не-не-не-не-не, больше я этим точно заниматься не буду. Ну нафиг, это нифига неудобно. Та-та-та-та-та-та-та, чтоб тебя. Если он уже голову пролетел, то это все, кранты. Не-не-не-не-не-не-не-не. Все, настрелялись, хватит. Ух, пошло оно все. Так уже намного надежнее. А вот так, ну вообще прям конкретно. Фу, не-не-не-не-не, нафиг это все. По стариночке. Такс. Ну, это однозначно уже прям посерьезнее. Че это врезался? Это однозначно уже посерьезнее, чем бета. Или уж тем более гамма. Ну, не так серьезно, как гамма без. Без диносов. Вот точно могу сказать. Без диносов это прям конкретный хардкор. Особенно, когда начинают эти козлы бегать, и ты не успеваешь, типа, от них убежать. Че, последний? Нет, не последний еще только еще. Отлично. Только щупалька там стоит такая. Оу, е. Фух, делаем разворот. Да уж, в целом, что я могу сказать, эмоционально эта карта уже выдала все, что могла выдать, лично для меня. Вот, поэтому, ну, как бы, я бы не сказал, что уже такое. Даже вот охота уже поскорее закончить. Да, возможно, я что-то еще не исследовал и так далее. Но и в целом операция-то, она не была такой всегда картой для меня, по крайней мере. Которая, типа, хоп, и ты хочешь на ней играть. А Рагнароком была такой карта всегда. То есть, всегда было желание выиграть на ней. Центр, как первая карта, на которую я в целом зашел, тоже она была всегда для меня эмоциональной. Операции нет. Операции я в целом в нее мало играл. Идите в баню, дурное создание. На операции я в целом мало играл, поэтому как бы, ну, такое. Оу! Не, ну это, конечно, уже да, прям посерьезнее. И, кстати, вот урон, я сейчас смотрю цифрками урон, да? Да он примерно такой же, как у других чуваков на видосах, которые играют на серверах. То есть, в целом, то есть вот, по 500, по щупальке, да, чуть-чуть побольше, но у некоторых там и оружка была прям конкретно похуже. Так, сейчас. Так, во-первых, надо вот это вот убрать. Эй, да ладно, ничего. А, подожди! Перчик это хорошо, но... Что с тобой? Что с тобой? Где твое лицо? Что с лицом? Так. У меня свет вообще включен? Теперь включен, отлично. На всякий случай. Хотя здесь в целом светлячок-то сильно-то и не нужен. Вот если уж на то пошло, он сильно не нужен, потому что... Надо реки тебя не видеть. Камон, зачем тебе светляк? Короче, что я хотел показать. Вот. Урон. 421. Многие видосы, на которые я смотрел, там вообще чуваки просто ходили с дробашами желтыми. Какой там может быть урон? Вот, так что в целом даже на серверах это вполне такой нормальный урон, даже для сервера. Несмотря на мои рейты и так далее, это вполне такой нормальный урон. Я все еще думаю, что так он кучнее стреляет. Не знаю, я с дробовиком я вообще только начал играть, вот... Да твою мать, ты будешь идти куда-нибудь, что-нибудь... Вот, дробовиком я вообще только стал вот в этом выживании, я оценил вот эту вот всю кайфовость оружия,
Я реально только оценил в этом выживание. Я всегда играл от диносов. То есть у меня не было такого, что о, типа оружка и так далее. Нет. Я весь кайф от оружия я только оценил вот в этом выживании. Ну, в целом, вот, начиная с острова и так далее. То есть я только здесь оценил это. Это круто. Добил? Добил, отлично. Вот. Я вот в этом в целом, во всем выживании, то есть вот проходя игру, да, это онлайн игру, я ее прохожу, и у нее есть конец, и это прям вот в этом и огроменный кайф. Арка, у него есть конец. А можешь ты никогда и не заканчивать игру эту. Вот, но я эту игру увидел с другой стороны. Это клёво. То есть, когда ты ощущаешь все от и до, ты смотришь на эту игру совсем по-другому. Сейчас начнут попадать по мне шары. Да, так и знал. Пошел ты. Надо перезарядиться просто. По-нормальному. Потом подойти в упор. И жахнуть по этой твари. Так, все. Меняет стадию. Зря я, наверное, вот сейчас в инвизи-то бегал. Я вот только сейчас об этом подумал. Что зря я до этого все в инвизи бегал. Потому что... Ну я ж энергию тратил! Выносливость, точнее. Да пошел ты, блин, собака долбаная. Мелкий! Пошел ты, сказал, мелкий! Ах ты гнида! Ты под этот еще не подошел. А, все, выносливость восстановилась, отлично. Фух! О, я тебя не добил! Да ты серьезно, что ли? Да пошел ты! Ну, это пока! Ган стащит. Я не готов был что-то к этому с утра. Я снимаю с утра, начинал вечером, продолжаю с утра. По определенным причинам, каким я уже озвучил. Вот. В целом, можно, по сути, уже и подытоживать. Потому что это последняя все-таки серийная операция. Здесь больше показывать, я считаю, нечего. Я по факту, я даже на скерче сделал меньше от карты, чем здесь. Я даже здесь жнеца притомил. А там, ну, будем честны, я там Феникса не притомил. Да, я Феникса не притомил, я его просто не нашел, поэтому, типа, камон. Так что даже операцию я прошел больше, чем Скёрч. Хотя Скёрч мне все-таки поинтереснее. Честно, Скёрч поинтереснее. Там светло, и есть летуны. Будем честны. Мне нравится на летунах гонять, я прям обожаю. Я до сих пор помню вот эти чувства, когда ты садишься на летуна, когда я первый раз, о, это сколько лет назад было? Садишься на летуна и ощущаешь вот это вот, да, полет. Ты ощущаешь, когда садишься? Так, давай. Давай. Отлично. Когда ты... Вот, буквально еще. А идите нафиг. Бегал по каким-то равнинам, по каким-то горам и так далее. Ты бегал, и тут ты садишься на летуна и просто видишь, когда вот это вот ресурсовый камешек просто со спичную головку на экране выглядит. А ты около него бегал. Он такого же размера, как и ты. А ты просто пролетаешь мимо, а он такой мизерный. Когда бравдачи, которые такие огроменные, статные, просто выглядят как маленький компсогнат. Не больше. Когда ты вот так летишь,
просто кайфуешь. И это чувство реально, это чувство не передать. Я ни в одной игре такого не ощущал. Были игры, которые я играл. Самая первая игра, по идее, из таких, это был Perfect World, где у тебя летуны, типа MMORPG-ха, у тебя там есть летун, но я не ощутил вот этот полет, потому что полет это было просто как средство перемещения. То есть это было что-то такое, типа... Отвлеки, я забыл, о чем говорил. В общем, подытоживая, все-таки мне летуны нравятся больше, поэтому Аберрация, она прикольная карта. Прям прикольная, однозначно прикольная. Но это не моя карта. Я не любитель всего вот такого вот. Да, зайти в пещеру где-то что-то как-то, да, это весело. Но не жить в пещере. Это прям конкретно не мое. И отрицать это нет смысла. Иди нафиг, долбанный шарик. В целом здесь очень много всего веселого. Вот на этой карте. Это однозначно есть смысл признать. Здесь очень много чего веселого. Да ну! Да ну тебе нафиг, собака задолбанная, а? Так, меняет стадию. Отлично. Ну как стадию меняет? Новые щупальцы вызывает. О, да нет, ты еще и стадию по ходу дела меняешь. Точно, ты стадию меняешь. Уже. Позел. Так, текаем. Пошли нафиг, мелкие ублюдки. Мать вашу, иди сюда. Что по здоровочку? Да это нормально сейчас со здоровочком. Даже с такой броней вообще огонь. Кстати, скальные дрейки, я вот здесь-то прочувствовал их намного лучше. И они мне понравились прям еще сильнее. То есть мне и раньше скальные дрейки нравились, но вот сейчас я прочувствовал намного лучше. Ну, камон, полное выживание и подразумевает, что ты почувствуешь все намного больше. Поэтому я и говорю, что Extinction у меня займет однозначно больше времени, чем другой. То есть я рассчитываю, что он примерно 40-50 выпусков будет примерно Extinction, потому что там и диносов больше, там и механик больше и так далее. То есть ты однозначно потратишь больше времени на все это дело. Нахер, ты же за ногу. Вот, поэтому... А ты-то что тут застрял, что дурный, что ли? Иди нафиг отсюда! Иди отсюда! Ты бухой, иди отсюда! Мать твою за ногу! Да не вижу я ничего, отойди, блин! Психопат! В смысле, во что я там уперся? Ясно. Во, отлично. Мне нужно место. Вот, поэтому... Я рассчитываю именно так. То есть Extinction у меня серии 50 точно займет. Так, выносливость заканчивается. Нужно сейчас освободить плацдарм и восстановить выносливость. К примеру, здесь. А, решил такой восстановить выносливость один. Пытаясь застрелить тех, кто только на свет реагирует по-нормальному. Да, у Лучехвоста, конечно, у меня радиус раскачан фигово. И если уж на то пошло, то... Мазафакер! Надо этот... Раскачивать все-таки этот... Радиус, как ни крути. Так, все, нормас. Радиус просвета это прям для босса нужно конкретно. Если просто так бегать, это еще нормально, но для босса радиус это, конечно, очень сильно важно. И правильно, что я до этого на лампадоге сильно качал. Наезд на крылья у меня тоже получился нормальный радиус.
на лучехвосте все-таки не получился радиус. И в этом-то и проблемка маленькая вышла. Немножко не так удобно. Вот видите, радиус буквально прям вообще ни о чем нашный. Ни о чем мощный радиус. Прям вообще конкретно, можно так сказать, в упор только. Воу! А мне через вас идти? А давайте вас не будет. Спасибо. Дурная щупальца. Дурная, говорю, щупальца. Ты что, серьезно, что ли? Нет, от прицеливания кучность не это. Прицеливание это чисто только для тех, у кого нет прицелов. А у меня их аж два. Не, я надеялся, что он это... Хватит урона ему. О, да нифига себе, аж две обоймы. Ты серьезно, что ли? Огонь. Да долбанные шары! Самые бесячие здесь это все-таки долбанные шары. Вот честно, вот самые бесячие это долбанные шары. Что? Не, вот слушай, когда ты человеком бегаешь, то есть без диносов, самые бесячие это безымянные. Вот, потому что они тебя видят и тебя бесят. Когда ты бегаешь на Дино, на Дрейке, самое бесячее это все-таки долбанные шары, которые видят тебя и летят на тебя. И, кстати, как я понял по видосам, был какой-то момент, когда они, эти шары, не видели Дрейков в инвизе. И это был, наверное, самый кайфовый момент для людей. Для этого человечества. Потом Роквелл мутировал и, соответственно, стал видеть всех в инвизе. Пошел ты, собака, ты, мать твою, за ногу, иди сюда, тварь, я тебе сейчас... Твой шарик лопну. Живем? Да, я стал меньше эти шарики отстреливать, нежели... О, не живем. Нежели раньше. Но у меня есть еще одни боты. Ха! Пошли в жопу! Так, перезарядочка. Ну и что ты здесь? Дурная тварь! Подошел же просто в упор. Слушай, я опять в маленькую стадию подхожу, вот реально вот в маленькую стадию я подхожу в упор и нормально, в большую стадию я просто где-то что-то и непонятно что делаю. А! Это уже прям личная тупость, я бы так сказал, как бы не хуже назвать это. Ну и ты что тебе до сих пор летает еще? Ну хорошо же, вылази давай, слышь, а если в я стрельну? Так. Стоит учитывать, что у меня заканчивается выносливость. Роквелуша еще дофига хпша. Ну, все. Все шары в меня. И за тебя, между прочим. У-у-у! Блин, за тебя, парень. Ожогом своим. Пошли все вон. Какого фига? А кто-нибудь мне подскажет, какого фига лучехвост у меня грохнулся? В смысле, я два раза F не нажимал? Вот это сейчас, короче, было вообще непонятная фигня.
О, это была прям реально непонятная фигня. А я думаю, какого фига они не на меня-то агрятся? Ох, мать твою. Не, ну это, конечно, да. Это, конечно, сейчас было тупость. В итоге один только свитерок у меня остался на базе стоять. Да уж. Да уж. Тупизм еще тот оказался. Какая-то прям непонятная ситуация, я бы даже так сказал. Как бы хуже не сказать. Ну, у них и хп там вообще мизер копейки. То есть я им хп и не раскачивал, потому что... Когда они на плече, они урона-то не получают так сильно много. Поэтому тоже смысла в этом сильного не было. Давай, кусок блевоты, блин, поворачивайся. Пошел ты, блин. Шапка минус. И пошел ты. Да пошел ты. Да пошел ты. Так, что-то у меня броня тоже в минус, да, сейчас пойдет. Ладно, давай штанцы тоже заменим. Но броня еще пока что держится. А, давай тоже заменим. Хитинку надену пока что. Потому что на броню у меня рецепта не было. Че на перчатки не гляну? Что они тоже минусуются уже. Но это, по сути, последний заход. Это прям реально уже точно 100% последний заход. Кстати, если найду сундучок от лучехвоста, я даже шапку еще получу хорошую. Там, по идее, металлический шлем, такой же, как у меня. Да ёп... Пересети! Чуть-чуть. Дурное создание. Благо близко не подошел. Да пошел ты, ублюдок. Мать твою. Сдохни, гнида. Да. В оригинале фраза звучит по-другому. Так, ну-ка. Вылези из хайда. Так, и давай-ка на пассивочку. О, на нейтралочку. А, давай на нейтралку. На нейтралку, говорю! Полетишь, а то сейчас куда-нибудь там всех мочить. Кайф. Вот такие вот дела. Что хотелось бы сказать по этому поводу?
Третий сезон моего выживания. Третий сезон, который был на карте операции. На этом завершен. Сезон был, не сказать бы, что легкий, не сказать, что тяжелый. Во время этого сезона у меня случилось так, что я вышел на работу, и у меня стало меньше появляться времени свободного. Боролся с этим как мог. Вот. Арт-директор Арк 2. Ну, вы поняли, да? Собственно, кстати, из-за Арк 2 я решил полностью все пройти игру. Как минимум официальной карты, там будет видно, что будет дальше. Вот. Так, вариант, дальше есть смысл посмотреть Conan Exile, но там, возможно, я буду чисток на стриме. Не знаю еще, что вы будете. Так вот, в целом, операция классная карта. Операция классная карта, она красивая, все дела, но FPS здесь всегда меньше, чем на остальных картах. Это стоит учитывать тоже. Потому что я не знаю почему, но здесь всегда FPS в сравнении со всеми остальными меньше. На центре у меня больше всего FPS было всегда. Генезис и так далее я не знаю, я там не играл. Модовые карты тоже не играл. Вот, да, центр тоже модовая карта, но не будем. Вот. Центр у меня реально валялся больше всех FPS, а на операции самое меньшее. Ну вот, поэтому, возможно, из-за того, что здесь несколько уровней, причем там вглубь она уходит, ну, сами видели, насколько там вверх, вниз и так далее. То есть, здесь даже некоторые пещеры, они постоянно прогружены. К примеру, к артефакту сталкера можно всегда тпхнуться на телепорте. То есть, он навсегда прогружен. А сами видели, сколько там мобов. Ну, вот такая вот фигня. Вот. Что еще хотелось бы сказать? Пока что я не знаю. Как, что будет дальше. Возможно, будет какой-то маленький перерыв в несколько дней, возможно, в неделю, по запуску Extinction, то есть четвертый сезон Extinction, возможно, какой-то сделал перерыв. Будет зависеть немножко от того, будет ли у меня, так сказать, возможность снять несколько выпусков подряд, чтобы я смог, то есть у меня была какая-то подушка, а не так, что я прихожу с работы, уставший, вот это вот, мне надо серию снимать, завтра выпускать. У меня просто 10 часов вечера, я выпускаю серию, точнее снимаю серию, это у меня уходит час-полтора, иногда три. Я в час ночи сажусь вот это монтировать, вот это всю серию. Потом вот это вот, она там монтируется, с утра просыпаюсь, пол седьмого утра просыпаюсь, надо загрузить видео, вот это загружаю видео, все, она загружается, пока я собираюсь, ухожу на работу, с вечером прихожу, делаю арт, ну вы поняли, вот, поэтому как бы там будет видно, что как где, будет видно, но я надеюсь, что будет все хорошо. Я хочу выпустить Extinction. По сути, осталось еще три сезона. Три сезона, половина уже сделана. То есть, остров, Scourge и операция выпущена. То есть, три сезона. Остается Extinction и два Генезиса. И игра будет пройдена. Черт побери, я пройду эту игру. У меня там, что там, 5-6 тысяч часов в игре. Да, я игру еще ни разу не проходил. Я наконец-то ее пройду полностью. А, это будет кайф. Да, и вот, Coming 2022. Арк 2, Coming 2022. Так что я думаю, мы будем... О, кстати, да, вот будет какая-то фигня непонятная. Но я думаю, будет там рассказано про Арк 2 тоже. Что-то где-то как-то, но это не точно. Короче, на этом уже все. Операция заканчивается. Будет запускаться Extinction, и будет встречать нас новый мир. Для меня новая заставка. Знаете, сколько раз я уже эту заставку видел? Ха! И каждый раз, как новый сезон, я вижу новую заставку. Ну, вы же сами знаете, как это работает. Ну, а на этом я уже с вами буду прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, мне кажется, делиться моим видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока. Пока, пока. Extinction. Опять с голой жопой бегать и пытаться выжить. Ну, хотя плавал у меня большой. Кстати, надо будет еще качаться, альфачей убивать.
Жопа.